Наша съемочная группа сегодня вечером вернулась из командировки в зону подтопления. Большая вода из разрушенных городов и деревень практически ушла. Люди возвращаются в места, когда-то бывшие их домами, в надежде найти хоть что-то. Одни ни с чем возвращаются в пункты длительного размещения, другие остаются и пытаются обустроить быт среди голых стен. Я хочу сказать громаднейшее, большущее, вот сердечное и большой поклон МЧСникам. Вот, ребята, просто спасибо, МЧСники. Если бы не они, мы бы еще были в завалах. Мы бы были неизвестны. Они вот мне приносят. Сегодня ребятишки мне принесли 3 пирожка, я расплакалась. Дети, курсанты. И принесли мне воды. Понимаете? Потому что я не в состоянии идти за 1000 миль, старуха. Как люди справляются с бедой? Кто им помогает, а кто остался равнодушным? Специальный репортаж с места событий смотрите на следующей неделе в программе «Местное время».